Всем привет! Хочу рассказать, наверное, о самом сложном и функциональном семействе. Это семейство кухни. Что является главной его особенностью, так это возможность параметризации не только типов фасадов, но и положения ручек, типов ручек, возможности добавить технику как встроенную с фасадом, так и встроенную внутри корпуса. Например, здесь холодильник, он встроен внутри, кофемашина и микроволновка снаружи. Можно добавлять разные типы фасадов, как я уже говорил. Можно добавлять наш модуль голу. Можно встраивать сразу в семействе есть раковина со смесителем. Можно добавлять вертикальную голу между модулями. Все предусмотрено в самом семействе и добавляется буквально несколькими нажатиями. Не скажу, что семейство простое, да, его следует изучить, но оно того стоит.